Всем привет! Представляю вашему вниманию новое видео, а именно самодельный макет пулемета М2 Браунинг AN. Почему я решил сделать версию авиационную, а не пехотную? Дело в том, что на начальном этапе мне было проще сделать именно авиационный ствол. Но это ненадолго. В действующей модели использованы следующие материалы. Конструкционная сталь 3 мм, фанера, труба ПВХ для ствола. В процессе усовершенствования изделия я планирую довести соотношение металлических деталей до 100%, за исключением рукояток. Но об этом уже в других выпусках. На очереди создание полностью металлического ствола в версии HB. Если данная тема для вас интересна, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Спасибо за просмотр, всем удачи, пока!